Introducing your first fighting out of the blue corner, Mr. Levin myself, Seymour. He's 28 years old. His hands 174 centimeters tall. Official weight 78.8 kilos. Ему 28 лет, рост 174 сантиметра, вес 78,8 килограмма. Professional record 15 victories and 3 losses. Его профессиональный рекорд 15 побед, 3 поражения. Его стиль ушу санда. He's ушу санда specialist, representing Russia, Murat Abdultakev. And his opponent fighting at the red corner. Боец в красном углу. He's 27 years old. He stands 182 centimeters tall. Official weight 77.6 kilograms. Бойцу 27 лет, рост 182 сантиметра, вес 77,6 килограмма. Professional record. 7 victories, no losses, 1 draw. Профессиональный рекорд 7 побед, ни одного поражения, 1 ничья. His style is freestyle wrestling. Его стиль – вольная борьба. Representing Ahmad Fight Club, Kazakhstan, Койти Кокчал Касаев! Referee in charge, Стефан Рамбло. Мы помним, Гойти Дазаев дебютировал в мировой лиге Ахмат, когда впервые на тот момент лига WFC проводила свой зарубежный ивент. Он проходил в Республике Казахстан, в столице этой прекрасной страны, Астане. Это было в апреле прошлого года. Ну и там Гойти одержал уверенную победу. Но в последующем второй поединок свел ничью. Как я уже говорил ранее, этот бой прошел в Грозненском Колизее. И сейчас третий бой мировой лиги Ахмат проводит Гойти Дазаев. Против очень серьезного оппонента, пусть и возвращающегося после серьезного простоя, но очень опытного, классного бойца Мурада Абдуллаева. Это очень серьезная проверка для Гойти. И надо отметить, что Гойти не жалеют. Каждый его следующий, последующий соперник лучше предыдущего, действительно. С каждым разом оппозиция растет и растет. Ну, Элиас Сильверио, конечно, тоже был очень серьезный оппонент. Мы помним, экс-боец UFC. Но вот сегодня Мурад Абдуллаев отдает пространство. Боец из Дагестана своему сопернику, но ударов пока мы не наблюдаем. И вот первый лоу-кик в исполнении Гойти Дазаева. Стоят друг перед другом на средней дистанции бойцы. Даже, наверное, на дальней все-таки. Ну да, где-то больше дальней, ну полудальней, полусредней где-то. И нет каких-то активных действий. Дергают, дергают. Мурад явно пытается встретить соперника. Жесткий лоу-кик от Мурада Абдуллаева с правой ноги. И причем он точно в цель влетел в двуглавую мышцу внешней части бедра левой ноги Гойти Дазаева. Ну и в этой ситуации, конечно, будет огромную роль играть скорость. Потому что оба заряжены, как натянутые струны. Видно, что просто ждут своего момента, чтобы выбросить этот удар. И посмотрите, просто напрашивается вот этот левый навстречу от Абдуллаева. Буквально вот ждет он того момента, чтобы выбросить его. Ну и Гойти чувствует, чувствует это. Ага, выдержан он. Половина раунда проходит, лишь два лоу-кика мы с вами видели. А все от того, что очень серьезные соперники друг у друга. Равная пара. И боятся допустить ошибку бойцы. Сейчас попадает левой рукой, знаете, в область макушки Гойти Дазаев по своему оппоненту Мураду Абдуллаеву. Но нет развития. Ну и вот на ударной дистанции стоишь. Вот то, о чем мы говорили, что оба очень рискуют, застаиваются. Да, действительно, очень мало ударов мы с вами видим. Вот этот лоу-кик был, наверное, одним из тех немногих действий, которые произошли за последнее время. До этого также лоу-киками обменялись бойцы.
Очень сдержанно пока в первом раунде. Даже, наверное, более чем сдержанно. Ну и стоит отметить, что Мурат Абдуллаев начал этот поединок с желтой карточки. Не сделал он вес. Насколько он килограммов не смог? 78-800 было показано им. То есть чуть более килограмма. Килограмм 800 получается, да? Ну и видно, что есть что гонять Мураду. Ну, килограмм, потому что 77, 100 плюс 500 допуск. И килограмм, кило 200 получается. Вот. Именно так. Ну и вот хай-кик. Правой ноги. Но этот удар виден. Дазаева. А, с задней ноги атаковал сейчас Гойти. А вот Гойти сейчас пропустил силовой джеб от Мурада Абдуллаева. С левой руки точно Абдуллаев действует. Ну и кто первый пойдет бороться? Мастер спорта по вольной борьбе Гойти Дазаев. Ну и, конечно, также классный боец Мурат Абдуллаев. Опять Мурат очень качественный. Посмотрите, Гойти сейчас плывет, находится на игроке и добивает его Мурат Абдуллаев. Какая вертушка вот потрясающая. Да. И добивает с левой руки. Вот это Мурат Абдуллаев. Какая вертушка была. В стиле, я вам скажу, Барбозы, который нанес эту вертушку правой ноги, если мы помним, по Ли, Кевину Ли. И тогда Кевин Ли еле-еле устоял. Это бой был в UFC. Очень похоже. Здесь да. Гойти также устоял, но и добил вот посмотрите, да, смотрите. Вот та самая вертушка. Потрясающая яркая победа от Мурада Абдуллаева. Яркий здесь дебют в лиге WFC. Слева руки здесь добивал Мурада. И здесь, конечно, уже тяжелейшие удары Гойти Дазаев на себе перенес. И, конечно же, хочется пожелать Гойти, чтобы все с ним было в порядке. Очень неожиданно. Казалось бы, усыпил вот бдительность соперника Мурат Абдуллаев. Ну и вот Мурат, можно сказать, врывается в этот список топовых бойцов. Не просто весовую, а именно топовых бойцов. В топ-10 он точно сразу заходит с этой победой. Я думаю, даже выше, потому что Гойти очень высоко котировался. Да, Гойти тяжелейший удар пропустил. Spinning around kick. Это самая вертушка в области головы. Ваш рефери Стефан Рэмбло остановил поединок через 4 минуты и 17 секунд первого раунда. Your winner by knockout victory, Мурат Абдуллаев! А Мурат Абдуллаев выигрывает этот поединок. Рефери остановил этот бой. С ярким дебютом. Очень яркое выступление. Потрясающая победа. Сейчас, вероятнее всего, Мурат попросит микрофон. Ассаламу алейкум, Баку. Спасибо за то, что организовываете такие турниры у себя дома. И большое спасибо за поддержку. Я обещал, что мы устроим хороший бой. Так и получилось. Но сегодня в мою пользу. Без обид. Мурат.